Губернатор Оренбургской области оценил новую систему орошения. Одним из первых ее внедрило агропромышленное предприятие А7 Агро, которое находится в Илекском районе. Холдинг активно использует в работе современные технологии. Подземный полив позволит сохранить урожай даже в условиях аномальной жары. Влага закончилась, когда у нас пошло вот эти вот 40 дней под 45. То есть вот еще растение при хорошей технологии. То есть она здесь удобрена, все. Но мы используем ее потенциал для сочных кормов. Кроме этого, за время работы в Илекском районе Денис Паслер проверил состояние детского сада в селе Кардаилово. В прошлом году здесь был сделан капитальный ремонт. Появилось новое необходимое технологическое оборудование, мебель, игровой и дидактический материал. Деньги на обновление детского сада выделили из областного бюджета. Юлия Тюшевская, городской телеканал ЮТВ.